городе Магнитогорске есть один магазин, который располагается в центре города Магнитогорска. Советская армия 31А, в котором нету космических цен. Мало того, в этот магазин всегда тянет тех, кто понимает, что без техники жить неинтересно. Какой техники? Да любой техники. Конечно, купить себе личный самолет – это сложно. Так же, как сложно себе купить и танк, и бронетранспортер. Но можно купить его в масштабе, потом собрать и сделать. И вот даже такому человеку показать, из чего это сделано. В действительности очень сложно быть образованным человеком. И даже в наше время. Да как бы не сложнее, чем во времена железного занавеса. Информации перебор. Точнее, перебор бредятины, в которой нет информации. Да потому что новости делаются безмозглыми статистами. А о уровне сериалов и познавательных передач говорить-то не приходится. Особенно, когда мы говорим о общероссийских каналах. Интернет — это то же самое, только еще хуже. Чистые факты только там, где конкретный разговор про историю. К примеру, в каждой такой коробочке полная информация о модели. Не первого человека я сюда притащил, вы знаете, никто еще не уходил. Не окрыленный, не околесненный, и без гусениц тоже никто не уходил, потому что у каждого что-то хочет свое. Кто-то хочет парусники собирать, кто-то хочет самолет собирать, вот как я, к примеру. Кто-то хочет танки собирать, кто-то хочет машины. Вот молодой человек уже там ратует за машину. А у кого-то не получается собирать. А тем не менее хочется, чтобы что-то было такое красивенькое. И на подарок. Да и вообще. Причем, знаете, ну, на машине же не написано, что вы ее не собирали. И поэтому модели в 72-м масштабе уже крашеные здесь есть. То есть, по сути, пришел, купил, отдал какие-то там смешные 600 рублей. И, честно говоря, вот после приобретения таких вот вещей, мне на неделю хватает удовольствия. Такому мальчику взрослому, 40-летнему почти. А тут все становятся. Вообще это плохо, когда человек детство забывает. Я бы сказал даже так. Если человек не чувствует в себе молодости и ребячества, то это совсем плохо. Вот Владимир Путин, как в детство окунувшись, учится летать, к примеру. Это хорошо. Значит, сила есть и целеустремленность в мозгах. Кстати, самый простой тест – это привести сюда человека любого возраста. Огня в глазах не увидели, дело с таким иметь не стоит. И в большей степени, кстати, сюжеты смотрят в интернете, потому что, ну, людям нравится не только поголтелая бредятина, да, там, и поиск того, что ниже пояса и чернее некуда. Потому что в действительности интересно. Но я и постараюсь тоже сделать. Потому что занятия стендовым моделизмом, они дают еще и запас знаний. Так вот, помните, в прошлом сюжете я вам показывал корабль такой, Нью-Джерси. Большой корабль, называется Battleship, который у нас перевели и назвали фильм не Battleship, а «Морской бой». Ну, это особенности перевода. Так вот, больше него были некоторые корабли. Ну, к примеру, почти точно такой же ход, который замочил Бисмарка. Вот. Но самый большой был Ямато. А почему американцы не могли делать корабли больше, чем Ямато, допустим? Знаете, у них принципы такие. Да, разудись, плечо разгуляй рукам. Так вот, объясню ситуацию. Дело в том, что американцы на тот момент владели Панамским каналом. А у Панамского канала есть такой стандарт. Панамакс под названием. Так вот, ну, для того, чтобы господствовать на всех морях и океанах, необходимо делать было линкоры и эсминцы, и вообще, и даже, как они называются, вот он, авианосцы, не больше, чем этот размер, потому что вот, побыстрее как пробраться-то, кроме как Панамский канал, пришлось бы спускаться до 40-х. Так что вот этим и объясняется небольшие размеры американских кораблей. Тут вообще много историй, тут живет история, тут живут навыки, которых не хватает безруким мужикам. Ведь это страшно, жить в стране безруких. Но не все потеряно. Модели в действительности стоят недорого. 2-3 тысячи. Вполне достаточно, чтобы загрузить ребенка на месяц исследований, а не слушаний матюков с дворовой шандропой и риском оказаться под колесами. Уж не знаю, как у вас, а в нашей семье стендовый моделизм поселится сразу, после того, как мы научимся есть ложкой. Братик у меня приехал из Екатеринбурга, я ему показал наш музей военной техники. Он есть, здесь рядышком, кстати. Тоже на улице Советской Армии, только не посередине, где располагается магазин сборных моделей, а туда, ближе к Уралу, где у нас располагался клуб «Ростор».
посмотрел, полазил по танку Т-72 и потом уже мне в скайпе сообщил, когда сюда приехал господин Холманских, что надо бы ему показать удручающее состояние нашей техники. И очень быстро человек с Уралвагонзавода привел бы в порядок все то, что там стоит. Странное отношение у нас к действительности, к истории. Ну да ладно. Про то, что переплавлено в печах магнитогорского комбината, мы говорили, а вот про то, что можно собрать и чем действительно гордиться. Есть такой дивный размерчик 1 к 24. Вот, к примеру, такие вот автобусы собираются в пределах, ну, там, 2-3 дней вместе с покраской. Кстати, все лакокрасочные материалы, как и аэрографы, покупаются тоже здесь же. Это раньше надо было, купив модель, с не меньшим трудом найти возможность, чем красить и склеивать. И хоть за это поблагодарим наше безумное время. Сервис такого уровня позволяет в одном месте купить все. А что я так радуюсь? Сейчас расскажу. Дело в том, что хозяин из этого магазина вот потихоньку откис от моей темы. Но вы сюда можете прийти, пока я еще все не забрал. Ну, я заберу потом, естественно, хочу. Как же? Потому что на большинстве самолетов, которые здесь представлены, я летал. И у меня действительно задача такая – собрать всю коллекцию из того, на чем я летал. Так вот, всегда думал, что Ил-76 очень большой самолет. Теперь я вижу, что он не очень большой самолет, ну просто красивый. Вот. Но самый большой самолет в городе Магнитогорске в размере 1,72 здесь представлен. Больше может быть только Мрия. Антонов, Ан-124, Руслан. И теперь я расскажу еще и как владелец большой коллекции радиоуправляемых моделей. Если собрать такую красотищу, то она в аккурат будет размером, ну, со средней радиоуправляемой самолет, а может быть даже и больше. И для такого чуда надо, естественно, найти место. Хотя лучшего места на столе шефа или офиса найти не придумаешь. А еще намекнуть гостям, что сделал своими руками. И реакция будет того стоить. Место же, где есть все для счастья, располагается в аккурат между проспектом Карла Маркса и Ленина по Советской Армии 31А. Ну тут комплекс с сетевиком «Магнит». Надо только на второй этаж подняться. А вы знаете, вот таких машинок у него очень много. Потому что папа следит за сыном. Потому что папа объясняет, что даже красивые масштабные модели нельзя бить и ломать. Мало того, мы уже их и ремонтируем, если уж что-то случилось. Потому что самое главное, за хорошее поведение полагается вознаграждение и поощрение. Правильно я говорю? Правильно. И будем вместе с вами делать из этого сына и из ваших детей будущих строителей, ну, достойной страны под названием «Россия».